И к новостям спорта. Анжи не смог получить лицензию на следующий сезон. Об этом сообщил руководитель пресс-службы клуба Сергей Расулов. По его словам, до конца мая у команды есть еще одна попытка сохранить профессиональный статус. Для этого желто-зеленым необходимо выплатить долги футболистам и тренерам, а также найти спонсора и сформировать бюджет. Напомним, что больше года все попытки найти финансирование были безуспешными, и клуб досрочно вылетел из премьер-лиги. Несмотря на это, президент Анжи Осман Кадиев уверен, что команда все-таки сможет сохранить профессиональный статус. По его словам, в следующем сезоне они намерены проводить домашние матчи на стадионе «Динамо» в Махачкале. Анжи-арена, где последние годы играли махачкалинцы, будет переделана под развлекательный или торговый центр.